Добрый день понедельника. Приглашаем вас присоединиться к нам на приготовление обеда. Возможно, вы давно это не готовили и тоже захотите приготовить. Время почти 2 часа. Начиная с приготовления лука и моркови. Начищаю, намываю и пассерую. Оскар с нами. Кексик с нами. Всем говорит привет. Папа занимается домашними делами. Я почистила овощи, у меня закипает чайник. Я сейчас нарезаю быстро картошку и отправляю ее вариться. У меня еще чайник не успел вскипеть, но я уже нарезала картофель, его там было немного. И отправляю вариться, сейчас залью кипятком, отправляю вариться. Это будет начинка. Я порезала и натерла овощи. Здесь у меня, по-моему, по 5 луковиц, 5 морковин больших. Картофель кипит. Это обжаривается, духовка разогревается. Время 10 минут. Готовим. Обжариваю шампиньоны, чеснок, укроп. А здесь пассерованные овощи я уже сняла. Из картошечки я сделала пюре. И как вы думаете, что это все будет? Ну и так, будет у нас рулет. Сейчас я смазываю сметаной пласт, вот этот вот мясной. Сверху будет пюре, потом овощи, потом лечо покупной и грибочки. Погнали. Внизу большой слой пюрешки. Кстати, я заменила сметану, сделала 50%, ну 50 на 50 с майонезом, в общем, чтобы было повкуснее. Так что у меня там сметана с майонезом, сверху пюре, сверху овощи. Сейчас я все это делаю побольше лечо и грибочки. Сворачиваем рулет. Отправили все это дело в духовку. Пусть запекается. У меня осталось немного пюрешки. Я в нее поместила пассерованные овощи и обжариваю в виде таких вот лепешек. Похож? Сашка нарисовал. Показывай вот так вот. Наруто, шикарно. Расенган. Шикарно. Россия. Я не уверена, что пишется именно так, но ладно, опустим. Сашка, ну-ка папку нарисуй. А у тебя что? Самолет. 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 Мама смотрит. Самолет. Шикарный сынок. И полетел. Самолет. Полетел. Так, а у нас овощи. И отправляем к рулету. У Колянчика вообще тут целый этот, как его, целая галерея рисунков. Что я скупилась, ясной мысли. Каятия у нас. Каятия. Сонечка у нас пришла. Она тебя нарисовала. Это кто? Это девочка. Ну, как я строю. Шикарно, Софья. Девочка красивая. Ты такие же строишь из кубиков, я правильно говорю? Шикарно. А папу сможешь нарисовать? Давай. Возможно, вы наблюдаете за самым успешным в будущем художником. Вот а так вот. Каждый из ребенок рисует папу. Вот у нас Сонечка рисует папу. Хотелось бы посмотреть на твой. Прекрасно. Сейчас и распечатаем. Вот это ты? Да, видишь, похож? Да. О. Мой папа. Это мой папа. Я не освою точно. Сыночек, скажи маме, что мне надоело, что не хочется. Папа у нас стоит, моет посуду. Сегодня день отца был. Ведь папа у нас стоит. Шикарно, Сонечка, это кто? Да. Это папа. Прекрасно. И сердечко. Шикарно. А борода где? Борода, сейчас наеду. А прическа, как там папа носит? Все. Шикарно. Время. И мы готовы. Рулет, сверху сыр, здесь у нас овощи, здесь у нас драники, можно так сказать, а вообще это такие как
лепешечки из пюрешки, внутри овощи и котлетки. И салат из свежих овощей. Спасибо, что присоединились к нам. Семья садится за стол. Лариоша у нас нарисовал папу. Прекрасный. Это кто тут залез? Это я, Ленька. Мир. Довольные, сытые дети. Шикарно. Куда полез? Сиди спокойно. Прекрасно. Сказать, что еще вроде как деревья зеленые, но уже есть прекрасные осенние ковры. Ну такая. Что-то у меня не передает почему-то телефон всех красок. Пойди, раскинь. Хотя так красиво. Таганрожцы, заботой о пташках. Смотрите, сколько скворечников красивых. Это что за посетительные животные? Всякие разные. И, конечно же, котик. Это ведь город котов. Наша каменная лестница еще зелененькая вся стоит, но уже с красивыми оттенками, посмотрите. Прекрасно. Идем к морю. Идем по каменной лестнице, а здесь красота своими руками. Будем потом рассказывать, эксклюзив. А почему бы и нет? Где такое сейчас увидишь? Когда-то что-то стояло, там дама с зонтиками. Лаунж-зона, смотрите-ка. А, я сейчас на нее лягу, проэкспериментирую, как она. Шикарно. Берега господа, нет. Море для вас. Прекрасно. От берега нет. Привела вас сюда послушать звук волн. А это ручная работа, чашечка? Да. Шикарная. Сейчас я туда дойду. Минажницы суперские.
как бы раскрученный. И какао у них хороший. Это арабика? Да. Все, арабика, да. А место сбора? Наверное, не в Турции. Не знаю. Не знаете? Ну ладно. А вот, кстати, это вот шоколад, да, орех? Грецкий орех, капучино, да. Замечательно. Чай сбор. Брусника. Красота. Шикарный магазинчик. Маслины, смотри-ка. О, ничего не было, не было. Оливки, мясные. О, это вяленые. Смотри, прям вот наборчиком, например. Смотри. Смотри, прям наборчиком. Да. Чашечка это. Классно. Лимонный соус. Да, шикарный, да. Салат. Да. Шикарный. И вот в банках, смотри, 400 грамм, цена, и цена хорошая. Ну, я не знаю, как по качеству, но мне кажется, шикарно. Вот здесь чеснока, здесь гранаты. Вот такой вот магазинчик у нас открылся в Таганроге. Чай-то купил там длинный. Ну, вот ты чайник на чайник ставишь, подогреваешь. Даже самовар, ага. Вот тебе просто кофейный.